Очередной акт вандализма произошел в районном центре на этой неделе. Неизвестные злоумышленники по непонятным причинам разбили дорожное зеркало, которое обеспечивает обзор на ограниченном участке дороги возле здания туберкулезного отделения. Для водителей и других участников дорожного движения этот объект также важен, как дорожный знак. Вряд ли нарушители задумывались о том, что подвергают своих односельчан опасности. Теперь объект подлежит довольно сложному ремонту, а вредители, скорее всего, останутся безнаказанными, потому как этот участок не оснащен камерами наружного наблюдения. Придется только заказывать, очень большой ущерб. Вот так, а пока его изготовят, каждое зеркало изготавливается отдельно, и пока его изготовят, тоже уйдет очень много времени. К этому времени, в прямом смысле, опасно в этом повороте проехать, пройти. К слову, это не первый случай. В прошлом году такому же вандализму подверглось другое дорожное зеркало возле родильного отделения. Административные нарушения такого рода иногда происходят. От бесчинств хулиганов страдают автобусные остановки, фонари и другие объекты благоустройства. Хотя в последнее время наблюдается все-таки положительная тенденция. После этого происшествия наша съемочная группа отправилась курсировать по поселку в поисках новых следов иерусалимских вандалов. К нашему удивлению, кроме старых надписей трехгодичной давности и пары сломанных фонарей, ничего найти не удалось. Будем надеяться, что недобросовестные жители все-таки откажутся от идеи ломать и портить то, что создается большим трудом.